Пойдемте, я представлю свою стаю, а вы свою команду. Я первый! А, это Чарльз. Он быстрейший товарищ моей стаи. Чарльз, покажи-ка свой глаз. Села секунда, и я на верхушке. Наверняка вы видели способность взрываться. Вот почему его называют бомбом. Сейчас будет бомбежный бомбеж. Погоди, я тебя сейчас подброшу, чтобы ты не взорвал базу снова. Я готов! Я полетел! Дядя Бом, покажи-ка свой бомбежный трюк! Интересно, а после взрыва его не рвет? А об этом я уж точно не знаю. Следующая синяя троица. Их зовут Джим, Джек и Джей. Вам может показаться смешно, но они гениальные хулиганы. Нам нравится это звание. Ни в коем случае не стоит называть их наивными. Они могут еще как хорошо навалить. Дай-ка я проверю. Я думал, что дети безобидные. Кто там, а? Ты кто такой? А это красная, кто? Неужели она твоя сестра? А, это? Нет, это любовь моя. Ее зовут Руби. Она такая скромная. Мила, я думаю, вы друг на друга похожи. Но это всего лишь часть моей стаи. Остальные все на острове, откуда мы приплыли. Неплохая компания у вас. А сейчас я представлю свою команду. Но и в моей команде слишком много усатых. Многие даже не просятся. Поэтому я представлю вам двух. Моего брата и его ассистента. Моего брата зовут Вентус. Он довольно хорош с реакцией. Ориентируется по ветру, где находится север, восток, юг или запад заодно. Вот почему его имя на латыни значит ветер. А это Рубрум, на латыни значит красный. Он умеет отслеживать любые точки передвижения благодаря его подзорной трубе. От него никто не может спрятаться. Даже зомби. Вас потерял. Ага, а ты тоже потерял. Похоже, мы тут два одноглазых приятеля. Ага, в красном. А-а-а, крутые пираты! Я так хотел стать пиратом, таким же крутым, как вы. Пойдешь с нами, будешь ты пиратом. Эд, откуда у тебя взялись шрамы? Были войны между птицами и свиньями из-за того, что свиньи воровали яйца. Долго придется рассказывать историю о своей жизни. А что по поводу моих шрамов? Я получил их дважды, будучи атакованным одной свиньей. Лишь со второго раза я лишился глаза. А свинья что, специально в тебя целилась? Да, я был объектом для издевательств. Мы давно прекратили свои разборки, забыли свои обиды и объединились для решения проблем со свиным островом, который пытается взять под свой контроль злой павлин-альбинос. А кто этот павлин-альбинос, я расскажу позже. Ну, когда мы отправимся в путь? Завтра. А для этого надо, до скольких возможно, подготовить наш корабль все вместе. Не против? Не лучше ли мне собрать все со скоростью света, а? Нет, Чак, не думаю. Иначе набегут ты и разнесешь все, чертяка, как в прошлый раз. Ну блин! Чак, не будь вреденной. Любая работа может занять время. Но большинство из них не занимают целую вечность. Ладно.
Так. Все есть. А? Но как нам избежать саботажа, устроенного мертвецами? А этим мы займемся. Ох, тяжелая работа была, но она того стоила. Я устал. Несколько вещей было, а я так задолбался. Как дела прошли? Все хорошо. Мы как раз все подготовили к завтрашнему плаванию. Только Сеня еще так могут что-то делать. Остальные уже устали. Я в том же числе. А что до встречи с синицами, мы увидим такие вот красоты Кантабрии. Только меня волновало то, что я не взял с собой сразу всех. Это еще ничего. Приплыв Кантабрии с синими, я не смогла разглядеть ее получше. А хочешь, полетаем, исследуя Кантабрию? Я согласна! О, что это за милая пара? Это так прекрасно! Да, настолько, что я забыл все на свете. Это одно из самых лучших предложений в моей жизни. Не стоит благодарности. А как насчет догонялок? Поспорим, не поймаешь меня. Проверим. Ну-ка иди сюда, моя лапочка. Очаровательно. Ты тоже очарователен. Благодарю. Дядя Бомб, а почему ты мечтаешь стать пиратом? Так вот, будучи еще маленьким птенцом, я вообразил себя пиратом. Строил свой кораблик и играл в свою воображаемую команду. У меня была куча друзей до того, как Чака встретил. Позвольте нам послушать вашу заветную мечту. Разрешаю. Мы тоже хотим послушать. Давай пойдем к Бомбу. Вдруг он нам что-нибудь предложит. Ага, опоздали. Но ничего страшного. Я так и знал, тупорылые мертвые. Они правда хотели устроить бардак. Не зря же ловушки поставили. Да вообще гений. А то эти надоедливые мертвецы каждый раз устраивают саботаж на нашем корабле. А что если эту коробку открыть? Дори, не надо этого делать! Иисус, что ж ты сделал? Ред, ты так заорал, что зомби улетели куда подальше. Как это работает? Это мой боевой клич. Я не просто ору на противников. Для этого требуется агрессия, ничего особенного. Так вот почему ты вечно злой. Чего? Забудь, что я сказала. О, дождаться не могу, когда мы на корабле поплывем. Как же я рад буду, в восторге. А мечта твоя как раз исполнится. Спасибо за мотивацию, Робрум. Не стоит беспокоиться, дорогой Питерет.
У меня есть карта Европы. Именно так мы выслеживаем мертвую команду Мортема. Должно как-нибудь сработать. Я ориентироваться картой не умею. Зато есть я, которая умеет ориентироваться картой. Поднять паруса! Достать якоря! Ладьё, рулевой! Вульнере, устраняй проблемы с судном, какие обнаружишь! Эд, Бомб, я вижу, у вас есть что-то важное. Прошу пройти сюда, обсудим с вами. Вы посмотрите на это! Всюду пыль да плесень! Еще немного, и корабль превратится в трёхлявый пень! Давайте проберемся. Прошу положить на стол светящуюся монету. Ред успел подобрать монету, вылетевшую из кармана мертвеца после того, как я выбросил мертвеца за борт. После этого мертвец и без того злой посылает своих зомби, чтобы поймать и убить нас. Позвольте мне рассказать, почему именно Мортем так мертвеца называют. Преследуют таких, как мы. Он не всегда был злобным капитаном. Имя его, чтобы услышали, всего лишь псевдоним. Раньше его команда была гораздо иначе. Настоящее имя его — капитан Мартин. Эта банда искала сокровища. Обнаружила она на том островке, откуда вы успели убежать. Мартин собрал часть команды для добычи неземных богатств и нашел их. Но стоило ему их забрать, на него упало красное проклятие. Он убил и превратил свою команду в отряд мертвецов. За это Мартина прозвали Мортемом, что на латыни значит смерть. Спаслись лишь немногие, в том числе и мы с Кентусом. Я ничего не могла сделать, пока не решилась на кое-что рискованное. Блин, Кентус! Как ты о нем узнала? Мне брат рассказывал. Так вот почему он преследует нас до сих пор. С тех пор он носит с собой этот проклятый сундук с собой. Он смазывает свои монеты и кровью попавшихся ему птиц. И после броска окровавленной монеты в сундук птица умирает. А кровь красной птицы он не берет из-за красного проклятия. Ему приходится остерегаться этого. Но и красных птиц он не оставляет покоя. Так что слушай, Ред. Ты отправился с нами, это значит, что на тебя есть надежда. Значит, мне придется пожертвовать собой, если есть в чем-то смысл. Если знать, какова цель, какой ценой стоит что-то совершить. Звучит вдохновляюще. Я уверена, что такое применение данного сокровища тебя не погубит. Короче, мы все душлялись, не знали, куда нам деться. Мы с Бобом зачастую паниковали, за себя боялись. Но Ред, наш главный, как всегда берет, и проблемы пшли вон отсюда. Ну дает. Привет, как прошло обсуждение? Все хорошо. Капитан Авен только что донесла несколько мыслей. Так, мальчишки, не пугайте на палубе. Во-первых, эти пираты очень занятые ребята. А во-вторых, вы же свалитесь с корабля, вы даже не заметите. Сейчас злые птички и пираты Кантабрии объединились и отправились в ту страну, где капитан Мортем управляет. Но что-то пошло не так. Вот тебя, гроза, еще не хватало! А знаешь, что хуже шторма? Это потянувшийся каменный великан около берега на юге Ирландии!
конец придет. Или мы пройдем это. Мы же не ищем легких путей.